основной голкипер у Бреста. Ну, а так, в принципе, особо сюрпризов нет. Капитан команды, играющий тренер. 13-й удар, а вот здесь сразу же вперед в этом поединке. Ну вот снова быстрые мячи пропускают. Ну я не договорил состав Немана, но и пока продолжается еще одна их атака от Джульетта. И что дальше? Дальше Дудко катит в центр. И атака прекрасная у Немана. И может быть счет 2-0. И счет становится 2-0. Счет уже становится 2-0. Дубль Полины Долматовой. ГУФК 0-16. Это вот те результаты, когда они трехзначными были. Но и здесь уже счет. Удар поставлен, удар хороший. Екатерина увидела, что голкипер могут что-то организовать. Сидорчук! А что же это за удар такой-то? Но Бовик, единственный нападающий Бреста, хорошо находит партнера. И вновь ниже располагаются, чем Джульетта. Подача корнера, высокая подача. И еще и Дудко. Вот так подряд они дуплетами выстрелили. 4-0. Вперед. Михальчук ей пытается противостоять. Клочкевич на выходе сейчас. Еще поединок. Ну, в кубке сегодня играет. Будет ли еще удар? Очень хорош. Наумович. Не знаю, кто там до мяча первый добрался. Джульетта перехватила. А Дудко... Ну, тяжеловато. Да, тяжеловато. Бресту в очередной раз. О, проникающая передача на Джульетту. Джульетта катит в центр. Михальчук опередила. Передача на Долматову. Ну, Долматова рослый футболист. Она до мяча не дотянулась. А здесь... Подавать. Разыграли. Ну, вот такая передача. Ох, как же... Номер. Капитан команды. Екатерина Дудко. И Ануньо. Дудко оказалась на газоне, но продолжается атака Немана. И продолжается атака Немана. Дудко. Подача в центр. На этот раз разыграть Зуверату. 33-й номер Немана. 11-ка. А Неман тем временем идет в атаку. И вот у Немана... Там Харитончик, вышедший на замену, просит мяч. Так на паузе выдержала. Хорошо ногами. Вперед на Долматову. Долматова разворачивается. Хорошая позиция для удара и выше. На эту передачу нет положения вне игры. Дудко. Пентатрик будет. Катила на Джульетту, судя по всему. Он тем временем атакует. Долматову прорыв отправляют. А тут Джульетта притаилась и выскакивает. Втором. 7-0 на Джульетта. Главный бомбардир команду. Ну, Долматова тут чеканит. И снова Джульетта врывается. Какая у нее, конечно, скорость. Как она вот все это... На этом отрезке матча. 8-0. Пока на улучшение ситуации. Еще момент у Немана. Ну, это третий бомбардир чемпионата. Джульетта в штангу попадает. Вот, а здесь момент у Бреста. И не смогла пустить мяч на землю. Не смогла. Джульетту. На Джульетте там положение вне игры, мне кажется. Нет, нет положения вне игры. И это Нана Джульетта из Буркина-Фасо. В первом тайме у нее не было легионера, оправдывая свое приглашение Нана в Брест. Ну, а идут... Дудко 5 мячей сегодня в Бресте отправляет. Замахивается, берет разбег, удар. Поражение с учетом матча на прошлой неделе против Динамо БГУФК 0-27. Такая разница в двух... Против Динамо БГУФК 0-27. Такая разница в двух... О матчах Неман уверен. Кручанка зорко БДУ, который сейчас тоже параллельно завершается в Бобруйске.